столу уже 3 часа уже рисуют наши портреты. Так, ребята, что-то не понял. Вы чего такие грустные? А ну быстро улыбнулись. Все, ребята, готово. Ну, наконец-то, покажи хоть, что получилось. Внимание, внимание, барабанная дробь. Красотища. Чего? Все, что ты нарисовал за 3 часа, тоже мне художник. Чего, мне нравится? Классно же получилось. Ты рисовать не умеешь, я лучше бы нарисовала. Почему у меня волосы дыбом и монобровь? Так, я что-то не понял. Вы что, хотите поспорить, кто из нас лучше рисует? Да! Ладно, сами напросились. И всем привет! Вы на канале Кипидо. Меня зовут Камиль, и добро пожаловать в новое видео. Угадай, что я нарисую? Челлендж. Один из нас должен нарисовать на спине другого участника рисунок, а другой участник должен угадать своей кожей спины, что я рисую, и изобразить это на мольберте. Я предлагаю поделиться на команды девочки против мальчиков. Итак, первая Аминка будет рисовать на мне, а я буду угадывать. Аминка, ты готова? Да, конечно. Что будешь рисовать? Ну, сейчас угадаешь. Давай, посмотрим. Так, она, по-моему, нарисовала круг. Так. По-моему, вот так. Что она там рисует? Я не понимаю. Я не знаю. Так, вот так. Давай, давай. Я не знаю, я не чувствую ничего. Я ничего не чувствую. Что на этом рисунке, не понимаю. А, я походу я понял, так. Так, так. Глаза. Ну слушай, у меня практически похоже. Ну правда, вместо носика и рта ты нарисовал хвост. В принципе, Камиль угадал, ему можно засчитать балл. Ну что, ты готова? Да, что ты там уже задумать успел? О, я Пуре, художник великий из Франции. Так, еще вот. Это становится сложнее и сложнее. Хоп. Это было что-то такое. Я очень рада, что тебя это веселит, но вот меня как-то уже не очень. Это очень странно. Ну... В принципе, у меня все готово. А, осталось последний штрих. Что это такое? Показывай, что там. Показывай скорее. Это слоник. А это что? Это... Слушай, ну, по-моему, если не очень привязываться к деталям, то, в принципе, очень даже похоже. Ты была близка, но, к сожалению, ты не угадала. Ну что, я уже придумала, что я буду рисовать. Ты готова, Амина? Да. Погнали. Опа. Чувствуешь что-нибудь? Все, продолжаю. Хоп. Кстати, даю тебе подсказку, то, что это связано с моим любимым спортом. Ой, Амина, прям точь-в-точь просто. Прям точь-в-точь, молодец. Красота просто. Даже я ужасно рисую.
Амина, у тебя такая красотища получилась. Да, прям. Точь-точь прям. Сейчас я тебе покажу, что. Готова? Да. Это футбольный мячик. Ну, не совсем похоже вот это вот. Конечно, это просто точь-точь, что я нарисовала. Это просто мячик, который наехал на машину. Просто разорвался мячик. Ну да. Так как Амина не смогла угадать, что я нарисовал, у нее не засчитывается балл. А в команде мальчиков 2 балла. Эх, жалко. И теперь настала пора отыграть за команде девочек. Стой, а что ты там будешь рисовать? Сейчас узнаешь. Обманный маневр не сработал. Так, ну тут явно кружочек, так. Ну хоть что-то ты угадал. Это, наверное, ноги у кружочка, это ходячий блин, да? Тогда получай еще 2 блина. Так, хорошо, и деду, и бабке. Так, ну короче, это глазки слона. Почему у меня такие длинные ноги, где мое тело? Бедный слон, ты обделила слона телом. И вот так, это 2 хобота. Что я могу сказать? Вот хобот, 2 хобот. А, нет, вот. Типа плескается водичкой такой. А, это как я помню из мультика был. Это слон, который ест бабочек и какает радугой. В моем мире живут только пони. Они питаются радугой и какают бабочками. Ну что, Прия, готов увидеть, что ты все-таки нарисовал? Ну все, я по-любому угадал. Это слон, который какает радугой. Ну как, узнаешь своего слона? Вообще одно и то же, мне кажется. Посмотри, ну вот хоботы, 2 хобота. И вот он какает радугой. Все, мне кажется, я победил. А мне кажется, даже близко не стояла. Что-то девчонки слишком слабенько угадывают. Мы решили с Пурьей показать настоящий мастер-класс. Камилька, ты по-любому угадаешь. И вы, если смотрите это видео, должны точно угадать. Ну что, поехали? Поехали. Поехали. Значит, смотри, первый элемент. Хоп. Как-то вот так вот. Стоп. Прям в точечку. Теперь внутри этого элемента хоп. Делаем внутри этого элемента. Слушай, ну ты прям опережаешь. Ты прям читаешь мои мысли, братец. Теперь смотри. Хоп. Ого. Вот так вот. А ну-ка. Вот так вот. Правильно. Так. И теперь на счет 3 одновременно. 1, 2, 3. Точечку, братан. Мы с тобой сиамские близнецы. Давай сюда 5. Ребята, смотрите. Красная кнопка. У кого она красная, вы обязательно должны ее сделать серой. Нажав просто на нее вот так вот. И обязательно колокольчик. У нас последний раунд, и я должна обязательно угадать. Что, Аминка, ты готова? Да. Первый элемент. Второй элемент. Слушай, ты прям все четенько делаешь пока что. Третий элемент. Почти. Хоп-хоп. Теперь хоп-хоп. Это у тебя получается какое-то волосатое мороженое, Амин. Теперь вот так вот. И финальный элемент. 1, 2. Давай посмотрим, что получилось, Амин. Бас, это многоножка. Мне кажется, что очень даже неплохо. Есть тело, есть очень много ножек и даже есть улыбочка. Так что осталось добавить ушики. Так что мне кажется, отдаем балл девочкам. Ну что, ребята, в этом челлендже победили команда пацанов. А вы ставьте лайки и подписывайтесь.